Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вас хочу познакомить с произведением «Экосес» Франца Шуберта. Ну, немножко о композиторе. Франц Шуберт, Петер Шуберт, родился в Вене в 1797 году. Автор приблизительно 600 вокальных композиций на слова Шиллера, Гёте. Также написал 9 симфоний. Большое количество камерной и фортепианной музыки. В 11 лет он поступил в придворную венскую капеллу мальчиком для пения. Также он участвовал в оркестре, играл на скрипке, играл вторую скрипку. После этого его взял на бесплатные курсы знаменитый мастер Антонио Сальери. И преподавал контрапункт и композицию. Когда он повзрослел и у него стал ломаться голос, он стал заниматься, его выгнали с хора, и он стал заниматься композицией. И благодаря этому стал композитором, можно так сказать. Ну что, умер он в 1828 году от пандемии брюшного тифа. Тогда тоже была пандемия. Умер очень молодым, в 32 года, так как никаких лекарств не было. В то время в Австрийской империи было заболевание пандемии брюшного тифа. Теперь рассмотрим это произведение чуть-чуть поподробнее. Написана она в тональности до мажор, очень легкая тональность, приключения от никаких ни диезов, ни бемолей. Чистая тональность называется в музыке. В размере 2/4. Встречаются только три длительности нот. Это четвертные, восьмые и половинные. Четвертные, восьмые и половинные. Первая часть повторяется два раза. Видите, стоит реприза. И вторая часть повторяется два раза. Тоже стоит реприза. Во второй части она повторяется, имеется первая вольта и вторая вольта. Первый раз, значит, повторяется на первую вольту. Второй раз идем мы на вторую вольту. Особенность этого произведения в чем? То, что вторая часть начинается на пиано, дальше идет тенуто, и в третьем такте второй части крещендо. Крещендо, как мы знаем, это постепенное увеличение звука. И заканчивается ноту до, так как тональность до мажор. Теперь рассмотрим поподробнее. Сначала правую руку. Начинается, играется в тональности соль мажор. Еще хочу сказать, что экосес играется в размере 2/4. Это старинный шотландский танец. Раньше он игрался на 3, даже на 4. Но со временем, после того, как он появился в Англии, после этого он появился в Париже, а после этого уже при Петре Первом, когда он появился в России, это был быстрый парный танец, и в основном он исполнялся в размере 2/4. Начинается с ноты соль, все идет четвертными нотами. Соль, соль, до, ре, ми, ре, до, половинная нота. Соль, 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 меняется палец, фа, ре, си, соль, до, половина. И повторяется два раза. Вторая часть. Ля, ля, си, си, аккорд. Ми-минорный аккорд. Ля-минорный аккорд. И восьмые. Вот и все. Теперь рассмотрим поподробнее левую руку. Она играется четвертными нотами. Начинается с ноты до.
мажор, соль, мажор от до, си, мажор от соль, до, мажор. И повторяется до мажор, соль, мажор от до, си, мажор от соль, мажор и до. Это первая часть. Там есть реприза, поэтому она повторяется два раза. Вторая часть намного сложнее. Тут идет в левой руке, мы называем, басовый ход. Первая четвертная пауза, потом нота соль. Соль, фа, ре, до, си бемоль, ля, фа, ми, ре, до, ля, соль, мажор и до мажор. Еще раз пауза. Соль. Четвертым пальцем фа. Ре второй. До третий. Пятым си бемоль. Четвертым ля. Фа третьим. Четвертым ми. Ре вторым. Четвертым до. Вторым ля. Соль мажор. Мажор. И вторая вольта до. Итак, сегодня вы познакомились с произведением Франца Шуберта «Экосес». Что хочу сказать? Сидите дома, занимайтесь на баяне и желаю всем удачи.